Здравствуйте, друзья. Посмотрите, сколько у нас снега. Полметра точно. Укрытий не видно. Я хочу поделиться с вами своей радостью. У меня вот такой есть инструмент. Это аккумуляторный секатор. Заказывал я его на Алиэкспресс. Он пришел ко мне в этом году, в январе. Хотела показать вам его в работе весной, но... не могу сдержаться, похвалюсь сейчас. Резать особо нечего, потому что там вот у меня поле с розами, оно все занесено снегом. Купила я его для того, чтобы обрезать на шип весной шиповник. Очень много саженцев по количеству, и если работаешь обычным секатором, то... потом руки стираются в кровь практически. И очень это долго. Потом рука, она просто перестает работать, потому что очень тяжело. А вот с таким аккумуляторным секатором, я думаю, что дело пойдет быстрее, потому что я уже его, если честно, немножко попробовала вот на ветках и поняла, что рука абсолютно не устает. Ну так, как резать особо нечего, у меня здесь есть яблонька, которую я хотела в марте обрезать. Вот ненужные ветки я вам сейчас могу продемонстрировать. Вот так просто здесь вот стоит аккумулятор. Вот так просто нажимаете, и он срабатывает. Просто вот так на кнопочку нажимаете. А вот. Сейчас будем с вами обрезать. Ну вот, например, вот эти вот веточки. Очень хорошо режет. Вот такие маленькие. Потолще. Вообще, посмотрите, какой срез. Вот эту сейчас веточку обрежу, покажу вам. За два раза срезал. Ну, вот здесь как раз толщина, наверное, 3 сантиметра. Он заявленно режет 3 сантиметра в диаметре ветку, но больше я пробовать не стану, потому что как бы нет смысла. Я думаю, что 3 сантиметра вполне себе хорошо. Вот так вот хорошо раскрывается лезвие. Единственное, нужно быть очень аккуратными с пальцами, потому что если вторую руку заведете в область работы с ним, то можно себе откусить палец и его уже как бы не вернуть. То есть это такой вот, можно сказать, небезопасный инструмент. В общем, сейчас я нарежу веточек и дома вам уже покажу, в какой коробочке он пришел, что к нему прилагается. И все о нем поподробнее расскажу. Мы с вами посмотрим, как он режет ветки. Такая вот сейчас у нас красота. Но, если честно, я не очень люблю зиму из-за того, что много снега и нужно его чистить. Вот там дальше шиповник. Я туда прошла, его даже не видно. Все в снегу. Конечно же, это очень хорошо, потому что весной земля напитается водой. Единственное, опять следить за тем, чтобы вода не попала к розам в укрытие и не замерзла там. Вот здесь вот у меня была проблема в прошлом году. В этом году посмотрю, как будет в укрытии, будет ли подтопление. Секатор мне пришел вот в таком чемоданчике. Заказывала я его на Алиэкспресс. Под видео оставлю ссылочку. Вот такая инструкция. Здесь два аккумулятора, не очень мощные, вот такие. Но я думаю, что надолго их хватит по отзывам. Прежде чем его приобрести, я читала очень много разных отзывов, смотрела видео и выбрала вот эту модель. На Алиэкспрессе очень много разных вариантов, и цена тоже разная. Также зарядное устройство, к которому подключаются аккумуляторы. Аккумулятора должно хватать надолго. Заряжала я их примерно, ну, по-моему, там 1,5 или 2 часа. Также идет инструмент к нему. Сейчас покажу, что входит. Отвертка. Здесь такое масло. И вот это
заточка. Но это не заточка, это, скорее всего, доводите просто лезвие, если немножко уже есть высечки на нем. Я так понимаю, что само лезвие можно поменять. Оно сменное, оно должно продаваться отдельно. Я еще не смотрела всю эту информацию, но знаю, что отдельно можно купить. Также отдельно можно докупить аккумуляторы. Здесь он разбирается. Весит он 900 грамм. В общем-то, не так-то уж и много. Я боялась, что он будет тяжелый. Но нет, 900 грамм, в принципе, это не очень тяжело. Для женской руки самое то. Вот так вставляется аккумулятор. Здесь включение. Нужно подольше подержать. И эта лампочка, зеленый заряд, показывает заряд вашего аккумулятора. Если аккумулятор будет немножко садиться, то лампочка будет загораться, должна загораться красным. Я еще не знаю, не использовала его долго. Вот сегодня только попробовала. Вот так вот, если вы будете нажимать, здесь ничего не сработает. Нужно нажать два раза, он пикнет, и после сигнала начинает срабатывать. Выключаем. Также точно долго держим. Также он может стоять. Вот так вот его можно поставить. Он будет стоять. Смена аккумулятора, я так понимаю, для того, чтобы не прерывать работу. Если у вас очень много чего резать, то, ну, как бы не нужно тратить время на его подзарядку и ждать. Можно его заменить и работать, продолжать дальше. Друзья, вот они ветки яблоневые. Других пока что не нашлось. Принесла показать вам его в деле. Так, смотрите. Включаем аппарат. И начинаем пробовать. Буду вам показывать. Абсолютно без всяких усилий. Вот такие ветки. Здесь уже сантиметр или полтора. Вот смотрите, какой ровный срез. Вот такую веточку вполне спокойно может порезать. Вот то же самое. Единственное, мне кажется, что удобнее держать его вот так вот ровно, потому что если вот так вот вы возьметесь, то неудобно будет резать, он, скорее всего, не отрежет. Вот так вот ровно держать, вообще никаких усилий. Посмотрите, какое качество среза. Мы возьмем сейчас веточку потоньше. Причем им можно резать как живую древесину, так и мертвую. Тонкая веточка вообще отлично. Абсолютно никаких усилий. Здесь вот потолще. То же самое. И я сейчас возьму ветку еще толще, вот такую. Вот сейчас. Здесь вот сантиметра два. Посмотрите, какой срез. В общем, инструмент пока мне очень нравится. Единственное, что нужно быть очень аккуратными при его эксплуатации. Потому что, если, не дай бог, попадет туда палец или еще какая-то часть тела, то вы просто не сможете его остановить. Если обычный секатор ручной, вы можете остановить его работу, то этот секатор, если отрежет, то он отрежет до конца. Поэтому рекомендуется не просто его выключать вот так вот, да, но еще после этого вытаскивать аккумулятор, чтобы при хранении, мало ли, если у вас дети, никто его не достал и, не дай бог, не поранился. Вот в таком вот виде разобранном его рекомендуют хранить. Также я знаю, что в Германии производители
не конкретно этого секатора, какого-то другого немецкого, они выпускают еще дополнительные перчатки для того, чтобы рука не подходила к лезвию, то есть там отталкивание идет, чтобы, не дай бог, ничего не случилось с вами. Ну, здесь таких перчаток нет, поэтому в работе нужно быть предельно аккуратными. Итак, друзья, ролик нужно заканчивать. И так уже по времени получилось слишком долго. Если захотите, я покажу вам весной его в деле, когда уже будет чем работать, когда сойдет снег, и у меня будет массовая обрезка роз.